Всем огромный привет, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на челлендж 100 детей. Это продолжение, это вторая серия. Итак, ребятки, в прошлой серии мы создали нашу симочку. Нашу симочку зовут Аманда, Аманда Гилрой, и она уже беременна первым потомством. Беременна она у нас вот от этого молодого человека, которого мы нашли просто так на улице, не знаю. Ну, короче, он шел, и мы его такие зацепили, типа, ну, все, ты будешь нашим мужем, ты будешь нашим отцом. Вот, вернемся обратно к нашей Аманде. Так вот. Наша Аманда теперь беременна. Там у нее сидит ребеночек. И сегодня у нее первый триместр. Скорее всего, за эту серию уже будет второй, третий, наверное, родит. Но, скорее всего, навряд ли. Вот. И что я хочу сделать за сегодняшнюю серию? За сегодняшнюю серию я хочу немножко... не то чтобы испортить. Нет, не испортить. Немножко пофлиртовать с другими мужчинами. Найти какого-нибудь еще одного красавца. У нас вон там вот стоят какие-то люди. Что, вот тут все пожилые персонажи, да, в основном. Так, а там что? Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь из более бодрых персонажей? Ну, вот, там чувак стоит. Мне кажется, это подросток. Да, это подросток? Я правильно? Или это вообще ребенок? Да, это подросток. Кто-то мне там написывает ВКонтакте. Я не знаю, кто. У меня там телефон лежит за километр от меня, и он пиликает. Так вот, ребятки, я записываю данное видео перед стримом. Буквально стрим сейчас у нас... Да кто-то, кому-то... Кому я там нужен? Интересно. Итак, к тому, что мне писали, тут еще и соседи снизу начали что-то там долбить. Дураки, что ли, или что? Так вот, ребятки, с вами начинаем сегодняшнюю серию. Давайте уже нажмем на клавишу play. Тут у нас сразу Wicked Wims вылазит, наш модик, который видосик есть у нас на канале. Итак, ребятки, тут я вижу камушек. Давайте пойдем его раскопаем чуть-чуть. Там у нас еще рыба плещется. И будем ждать, пока наша... забыл ее имя. Аманда Гилрой. Аманда, надо запомнить. Аманда. Пока наша Аманда... Вы это слышите? Блин. Что там может так греметь? Это соседи снизу. Надеюсь, ребятки, вы слышите. А не я в одного в дурака играю и просто, просто говорю вам странные вещи. Так вот, наша Аманда, давай. Немножко там по... Ну, на коленочках, на снегу, конечно. Нормально. Аманда находит кусок известняка. Ладно. Плохая была идея, но ничего. Так, наша Аманда беременна, и у нее, да, хорошая наследственность, черта всей жизни. Какая там у нее? Стать взрослым, потратить 1000 на товары для детей. Ага. Вот, но мы эту 1000 потратим уже после того, как наша Аманда родит ребеночка, хотя бы первого. Вот, и сегодня, я даже вот сел спонтанно записывать серию, я даже не распланировал, чем мы будем заниматься. А буквально за день до записи серии я четко понимал, что я хочу сделать и что, и какие у меня планы. Вот, стойте, смотрите, тут у нас Мортимер Год. У нас с Мортимером, в принципе, на нашем канале хорошие отношения. Да, ребятки, кто смотрит мои трансляции, тот понимает, о чем идет речь. Мортимер Год у нас стал вампиром. Вот таким, знаете, отчасти вампиром, потому что мы создали вампиров с помощью модов. Вот, и Мортимер Год живет с нами в наших трансляциях. Давайте, наверное, нашего Мортимера еще и в летсплей добавим, чтобы, как бы, ну, Мортимера мало не бывает. Так, давайте мы с ним познакомимся, мы также с ним пофлиртуем. Давайте толчок бедром, раз у нас возбужденная такая наша Аманда. А потом что, поцеловать руку, подарить розу. Давайте подарим ему розу. Раз, как бы, у него есть жена и двое детей. Я не знаю, как он будет реагировать на наше ухаживание в его сторону, но наша Аманда, она как бы, ну, она романтична. Нет, он не принял розу. К сожалению, он не принял розу. Наш Мортимер, он верен своей жене. Вот, он верен своей жене. Давайте, наверное, на другие варианты, веселые действия, показать пародию. Давайте, наверное, с ним сначала наладим дружеские отношения. Все равно, пока мы беременны, у нас есть еще время для того, чтобы... так, другие варианты, дружелюбные действия, спросить о... Нет, восхищаться интересами. Вот, у нас еще есть время для того, чтобы наладить с ним отношения, пока наша Аманда беременная. А пока она не родила первого ребенка. Вот, или даже, наверное, с какого, второго, да, там у нас, да, она, да, у нее есть вероятность родить двойню. Вот, шанс родить двойню.
особенности участка. И пропал этот мудлетик. Я надеюсь, что он появится во время того, как мы будем рожать именно дома. Его же не нужно было поддерживать, правильно, находясь постоянно дома. Мне, правда, пора, и спасибо за отличную компанию. До встречи. До свидания. Что он пришел, сделал? Он пришел, повалялся с нами в кровати и ушел. В принципе, хорошая компания. Да, я не спорю, отличная компания. Абсолютно нормальная компания. Супер компания. Вот. И спокойненько себе пошел. Вот. Но тебе же лучше, нам же лучше, что наш муженек, точнее наш, блин, наш ухажер от нас, грубо говоря, ну, практически сбежал. Вот. В принципе, это нормально. Это адекватно. Это Sims, камон. Мы тут можем познакомиться с кем угодно за 15 минут, родить от него ребенка, пожениться, выйти замуж, там, я не знаю, еще какие-нибудь штуки сделать. И все это буквально в течение 20 минут. И для Sims это норма. Абсолютная норма. Потому что это, ребятки, игра. Вот. Не будем к ней относиться всерьез. Так, наша Аманда голодная, взять порцию, приготовила себе что-то, полагаю, с мясом, да, там, вот, да, там бекон есть. Но хорошо, что наша Аманда не вегетарианка, потому что в нашем летсплее на жизнь в городе наша персонажка вегетарианка, и с ней очень много проблем по этому поводу. Кстати, да, ребятки, заходя на шаг вперед, совсем скоро жизнь в городе летсплей будет заканчиваться, потому что уже скоро выйдет новый каталог, точнее игровой набор про вампиров. Вот. И мы будем уже обозревать его. Не будем слишком долго зацикливаться на дополнении, потому что мы там уже, в принципе, с вами просмотрели все, но об этом позже, во время съемки того видео. Все. Так. Что? Наша Манда, что у нее там по нуждам? По нуждам, по нуждам. В принципе, у нее все хорошо с питанием, у нее с бодростью немножко проблемы, но давайте она пойдет, наверное, у нас так присвоит для начала к себе кровать и пойдет поспит немножко. Вот. Что? Нормально все, Амант? Так, какой там у нее до второго триместра осталось 20 часов. Нормально, скоро у нашей Аманды вырастет немножко животик, и это, в принципе, отлично. It's awesome. Давайте, время у нас мотается, время летит. Сейчас Амандочка выспится. И все. Безумная Аманда, безумный персонаж. Безумные персонажи живут эмоциями и очень непредсказуемы. Да ты чё? А мы не знали. Мы же, когда выбирали данную черту характера, мы же читали вроде как об это. Что это значит и с чем это едят. Так, наша Аманда поспала. Давайте, наверное, отправим ее в душ. Так, размышляю. Нет, я знаю. В Симсе уже с таким столкнулся. Сначала в туалет использовать, потом уже душ. А то ты еще и ты у нас описываешься, не дойдя до туалета. У нас там уже одна красавица в Sims 3 описалась возле унитаза. И, в принципе, это не есть хорошо. Мы запоминаем все наши косяки и на них учимся. Это самое главное. Вот. Сначала в туалет, потом в душ. Потому что в Sims 3, я не знаю, как насчет Sims 4, но Sims 3, как бы, ну, такой штуки тоже нету. По поводу, ой, в Sims 4, точнее, в Sims 3 такой штуки нету, чтобы они писали прямо в душе, когда его принимают. Вот. И в Sims 3 такой штуки тоже нет. Да. В Sims 3 нету, в Sims 4 не знаю. Короче, вот так. Я сам запутался, пока это говорил. Но неважно. Так, что? Мне, в принципе, не нравится дом. Ну, как дом? Ремонт в нашем доме он мне не нравится. Нисколько. У нас есть с вами, ребятки, 4000 миллионов. И сделать ремонт в этом доме, мне кажется, я, наверное, сделаю его вне серии, потому что это займет слишком много времени, слишком много... как его называется-то? Правильно. Как его? Как его? Фантазии, вот, потому что на 4000 слишком-то сильно дом-то не обустроишь. Еще несмотря на то, что мы продадим всю мебель и снесем некоторые стенки, как бы, ну на 1008, я не знаю, наверное, на 1010, слишком-то шикарно дом-то не обустроишь. Поэтому будем выживать как сможем. Вот, а тем более я хочу накачать новые обойки, новые напольные покрытия, поэтому немножко подождем и как бы, ну, и потом уже обустроим данный домик так, как положено, по красоте. Вот. Что там у нас за сабантуй? Вот там впереди что-то люди разговаривают, какая-то прям, как, какое-то столпотворение. Так, чувак, смотри, у нас есть два варианта. Это опять же тот же Баако Янг и тот чувак с усами из прошлой серии.
Что? Мне кажется, Баку так нам и намекает, что типа, возьми меня, стань моей. Давай заведем ребеночка. Мне кажется, Баку, мы с тобой, мы вообще с тобой знакомы? Ты у нас есть друзья? Да, Баку Янг у нас есть, он взрослый персонаж. Надеюсь, пока мы родим ребенка, наш Баку не состарится. Потому что, как я помню, со старыми персонажами вроде детей заводить нельзя. Вот. Ну там импотенция и все дела. Так, у нас пропал наш обед, правильно? Обед, завтрак, ужин, что-то у нас было. Скорее всего, это был завтрак. Так, нам нужно его убрать. Нет, это, скорее всего, был ужин. Да, потому что мы приготовили, потом поспали, да, это был ужин. Вот. Нам нужно его прибрать. И вот тут еще тарелочку, наверное, надо убрать. Да. Так, и что у нас там по ожиданию ребенка? Токсикоз. А, ее стошнило, я так полагаю. Так, беременность через 11 часов у нас тут наступит второй триместр. И да, ребятки, о ни о каком, точнее, рождении ребенка в этой серии идти речи вообще в принципе не может, потому что у нас только второй триместр через 11 часов, то есть это через 11 минут. Серию, скорее всего, я, наверное, закончу на этом же моменте, когда у нее вырастет животик, когда у нее наступит второй триместр. Вот. В принципе, летсплей на 100 детей обещает быть долгим. Не знаю, на серии 200, не знаю, там, серии 400, возможно. Вот. Мы это дело все растянем. Будет самый долгий летсплей, наверное, у нас за всю историю нашего канала. 100 детей. Точнее, даже не летсплей, это челлендж, правильно? Мы его проходим. Давай, Аманда, ты у нас, наверное, поешь. Кстати, это что у нас? Это, вдохновление в душе. Принятие душа. Так, душ – превосходное место думать думы. Так, кстати, у нас есть такая штука, как мы можем, например, есть какие-то фрукты, и у нас родится тот или иной ребенок, как бы там мальчик или девочка, и все это дело тоже влияет. И да, ребятки, в подпрошлом видео вы мне писали, что лучше рожать дома и не ехать в больницу, для того, чтобы, ну, потому что на этом участке есть мудлет рождения там двоих или троих детей. А в больнице такого мудлета нету, правильно? Поэтому она может там и не родить двоих или троих детей. Поэтому будем рожать мы дома. Что ты у нас о ребенке уже думаешь? Уже гладит животик, уже как бы готовится стать мамой и уже тошнит от кубика. В принципе, это нормально, это логично, все хорошо. Так, убрать и помыть, пожалуйста. Так вот, вы писали, что нужно рожать дома для того, чтобы у нас родилась двойня или тройня с этим мудлетом. Точнее, с этой чертой характера нашего дома. Вот. Так, ты нам не к нам идешь? Нет, не к нам. Вот, поэтому будем рожать дома, тем более у меня нет дополнения на работу. Мы родить в больнице, к сожалению, не сможем, даже если сильно захотим. У меня не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Женщина, женщина. Теперь, пожалуйста, почисть унитаз, а то как бы, ну, не гигиенично потом на него садиться своей чистой попой, из душа вылезшая. Это что? Это тот чувак с усами, да? Да, это тот чувак с усами и какая-то женщина. Ланграб, а это... А, так это муж с женой, да, я так полагаю? Или отец с дочкой? Не знаю, в Симсе этот возраст такой странный, такой непредсказуемый. Скорее всего, это муж с женой. Вот. Так. Через сколько там у нас триместр? Через 9 часов. Отлично. Давайте, наверное, будем мотать, чтобы не закончить серию на начале второго триместра, чтобы закончить серию уже как бы, ну, на поближе к третьему семестру, где-то так. Кстати, на в зеркале такая синяя отражается, такая странная. Это, наверное, зеркало синит. А мы там вообще не отражаемся. Это к слову о вампирах. Вот. Так. Что, книжку почитать? Отлично, книжка сама закрылась и открылась, вы только что видели данный баг. Сами. Акира Гибо. Аманда, послушайте, сегодня на заброшенном складе в модном районе будет концерт. Мы просто обязаны туда сходить. Ну давайте сходим, окей. Так, предлагаю выйти в районе 10, чтобы наверняка на него попасть. Ну давай. Полетели? Полетели что? Полетели? Да? А как нам в районе 10? В районе 10 вечера или 10 дня? Или мы даже сами сейчас отправиться? Или когда? Это когда было-то? Ну-ка. У нас нет, да, этого сообщения? Мы не сможем его посмотреть еще раз.
Это сегодня или завтра? То есть мы можем так отправиться, по идее. По идее, с Акиро Кибо. И отправиться в тот модный район на заброшенный склад на вечеринку. Я правильно понимаю? И мы должны были отправиться автоматом туда. А что ты туда не отправляешься? Почему? Женщина. Ты хотя бы книжку-то за собой убирай, пожалуйста. Поставить на место. И вон тут тоже поставь, пожалуйста, потом на место. Молодец, отлично. А что, Акира за нами приедет или придет? Как? Куда? Ну, я согласился на вечеринку. Окей. Я согласен был на нее. А как это? Ну, как на нее пойти? Ну что, все еще есть хочешь, что ли? А, да, у нее питание. Я постоянно забываю следить за нуждами. За нуждами наших симов. Что там у нее с животиком? Через 7 минут. Ну, через 7 часов, по идее. Вот, нормально. Будем отдать время, что 2 и убрать и помыть сразу. Только воду, пожалуйста, из-под крана не пей. Так, иди, пожалуйста, наверное. Ты куда пошла? А, она все читает. Она все у нас какой-то книжный червь. Прям, я не знаю, я добавлял ей черту характера книжный червь? Она у нас книжный червь? Нет, она не книжный червь. Тогда почему она читает книжки постоянно? Скорее всего, потому что есть полка. Поэтому она как бы... Ей скучно, ей нечем заняться. Поэтому она у нас читает книжки. Так, у нас 5 часов. А что? А когда вечеринка-то? В районе 10 написал Акиро, чтобы мы выдвигались туда. А как мы туда выдвинемся? Съездить туда самому, отправиться. Ну, с Акиро. Окей, галочка. А куда нам идти-то нужно? А, вот, дом Морской Волк. Правильно? Куда нам надо? Заброшенный склад, дом Морской Волк. Скорее всего, сюда нам нужно пойти. Так, вот, мы приехали в наш дом Морской Волк. Правильно, да? Здесь никто не живет. Так, какого хрена мы сюда приперлись? Акиро, ты же сам приглашал нас. Только я забыл, куда. Ну ладно, пойдем типа поиграем в баскетбол, я не знаю, что. Бросать мяч с близкого расстояния. Ну давайте побросаем мячик, то, да? Все, вон наша Аманда бежит. Побросаем мяч и, блин, проведем время здесь, в Сан-Мишуна. Не зря же мы в другой город-то приехали. Давай, Аманда. Уи, молодец. Что? Все? Это твое все? Где мяч? Ну что? Что? Попала, молодец. Пока Аманда у нас бросает мячик, давайте посмотрим, что у нас тут сейчас. А, тут никакого фестиваля не идет. Здесь у нас просто... Так, у нас уведомление вылезло. Какое? А, по поводу фотографии, которые я сделал. Вот, мы можем тут просто поесть чего-то, купить... вот, овощи и фрукты. Давайте, наверное, купим овощей и фруктов. Так, Аманда, хватит там играть. Купи, пожалуйста, овощей и фруктов на рынке. И заказать еду. Да, и закажем еду. А, давайте возьмем, наверное, карри. Сейчас мы приобретем овощи и фрукты здесь у нее. Да, рассказывай, давайте. Бананы для жарки возьмем, винограду возьмем, вишни, гранат, грибов побольше, штук 5, наверное, давайте приобретем. А, грушу тоже штук 5, пусть будет. Что, ежевика? Пусть тоже штучек 5 будет. Картошка мы берем, как всегда, штук 10. Ну, типа килограмм. Так, клубника штучек 5 возьмем. Лимон штучки 2. Лука тоже штучки 4. 4. Морковку тоже возьмем штучек 5. Полкило. Помидоры тоже штучек 5 приобретем. Так, яблок тоже штучек 5. Все. Приобретем у нее овощи и фрукты на эту сумму. А мы в итоге приобрели овощей и фруктов на 818 миллионов. Давайте приобретем, наверное, еще специи всякие. О, наша коллега по цеху. Практически она беременная. А, что, карри, все, мы... Все, да? Вот, да, наша? Вот, да, наш. Есть карри. Все, давай, забирай. Иди поешь. Поешь так плотненько, поешь хорошо. Вот. Кстати, карри острый. Это карри, это острое блюдо.
Похоже, Аманда не привыкла к таким острым блюдам, как карри. Со временем она сможет есть острейшие блюда в городе, как самый настоящий любитель острова. Ага. Давай, но все-таки вроде она ест, и у нее изо рта огонь не идет вроде как. А, все. Все-таки мы проиграли, да? Как бы мы... У нас пошел огонь, то сейчас у нее тоже попрет огонь изо рта, у того мужика тоже. Ну, тут сидят такие, знаете, недолюбители острой еды. Кстати, да, я говорил вам о том, что наша Аманда не худышка. Видите, какие у нее бедра и попа? Это вот она не худышка, это она у нас довольно-таки упитанная такая девушка. Там у нас идет забастовка. Давайте... Что? Давайте присоединиться к митингу. Давайте присоединимся к митингу. А что они там делают, интересно знать. Все, мы поели этого карри. Пойдемте присоединимся к митингу и сходим в туалет. Тут есть туалет? Туалет. Да, где-то здесь есть. Вот, есть туалет. Пойдемте присоединимся к митингу. Что это такое и с чем это едят? А, митинг кончился? Окей. Все, митинг прошел. Мы опоздали, пока шли. Воспользоваться туалетом. Давай, бегом. Положи свою карри и оставь пока, не знаю, там, на асфальте или где-нибудь еще. И бегом, бегом в туалет. Давай. О, а вот наш чувак, кстати. Акиро, да, Акиро наш. Наш возлюбленный. А, потому что мы же с ним сюда приехали. Чё-то у меня с памятью сегодня туговасто, туговасто, туговасто. Давай, быстренько, естественную нужду, что там у нас скучно... Скучная депрессия, общение. Как же скучно слушать унылую дискуссию. Я надеюсь, Аманда, ты не про меня и не про мои диалоги. Ожоги и... Что по поводу... Давай, по поводу... 20 минут, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, у нашей Аманды, по идее, должен вырасти живот. Да, все, у нашей Аманды вырос живот, я так полагаю, она уже не сможет играть в баскетбол. А нет, еще может учиться вести мяч. Ну что, ребятки, давайте, наверное, на этой нотке я закончу сегодняшний летсплей. Напомню вам, что это летсплей на игру The Sims 4. Челлендж 100 детей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте... Ну, куда ты своим пузом прям на экран-то прешь? Алло, мужик. Вот, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте репостить видео в различные социальные сети. А я вас всех очень сильно люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.